Всем привет, дорогие зрители! Снова с вами мистер Агасси из солнечной Алании. Приехал я в район Кестель. Здесь нашел вот такой клубный дом. Супер проект, который был сдан в 2015 году. Со всей инфраструктурой. Да. Здесь продается, наверное, где-то 10 квартир. Осталось от застройщика. Покажу потом я вам цены. Тут есть обставленные квартиры, а также пустые. И также есть скидка. Начну я показывать вам проект, и он вам тоже понравится. Расстояние здесь до моря 1150 метров максимум. У нас в этой стороне крытая парковка. И туда, и сюда. Большая открытая парковка. Также есть открытая парковка снаружи. Очень большой бассейн. Речка тут. Внутри проекта сделана. Интересный такой проект. Летом я снимал тут. Была квартира 1+1. Охрана. Консьерж. Все тут есть. О, дорогие зрители, огромный бассейн. Здесь шезлонги, зонтики ставятся. В той стороне детский бассейн, вот грибочек. Красота. Ну да. Я по ходу начну с блока А, блок Б, блок С, блок Д и блок Е. Во всех блоках у нас продаются несколько квартир. Показываю вам прайс-лист. Вот, 1+1 у нас 34 квадратных метра. Это, кажется, студия по их меркам. Я сейчас буду снимать квартиру А16, 2+1, обставленная, под ключ, ее цена 175 тысяч евро. Кестель у нас элитный район, и этот проект тоже вот такой элитный. Здесь летом было очень красиво, ну, сейчас так как зима, много чего убрали. Я пока сниму вам квартиру, потом спущусь, покажу и крытый бассейн, спа-центр и все, что тут есть. Вот, смотрите, как красиво тут стенка у нас сделана. Это у нас блок А. В той стороне речка, там как озеро сделано, тоже красиво, детская игровая площадка. Ну, все по ходу я вам покажу. Поднимемся мы на четвертый этаж. Поднялся я на четвертый, он как третий. Здесь шестиэтажный проект. На этаже у нас 1, 2, 3, 6 квартир. Квартира номер 16. Так, у нас тут прихожая. Встроенный шкаф. Заводчиками. Здесь у нас санузел. Это хозяйская спальня. Они ее обставляют, но не обставили до конца. Продается с мебелью и техникой. Все обсудить на месте. Так, это санузел хозяйской спальни. AEG Made in Germany. Немецкий товар. Проточный водонагреватель. Здесь душевая кабинка. Угу. Так. Спальня не маленькая. Где-то здесь 15 квадратных метров. Или больше. У нас тут
И как это открывать? Так. Ага, вот так открывается. Все. Откроем двери. Термопакет окна. Вот. Впервые вижу такую систему. Так. И так. Угу. Вот такой вид. Кондиционер фирмы Midea. Здесь у нас один большой балкон. Сторона южная в этой квартире. Сейчас покажу вам вторую спальню. Это детская спальня. Тут где-то 9 квадратных метров чистых. Здесь маленькая. И термопакет окна. Шумоизоляция очень хорошая. Итак, у нас гостиная комната. Вот какой красивый фотообой. Кухня. Того технику еще не обставили. Так, все с доводчиками. Кондиционер тоже работает. Может, кому-то понравится? Нет, это не фотообои. Это цемент. О, как красиво придумали. Кому-то понравится этот дизайн. Можете у себя дома сделать. 3-4 цвета использовали. Вид с окна. Гостиной комнаты. Итак. И еще второй балкончик. Отсюда покажу. Вот. Два балкона в квартиру. И цена этой квартиры 175 тысяч евро. Но она полностью будет обставлена. Еще раз так сделаю. Вот. Есть еще в блоке Е 16 квартира за 158 тысяч евро. Она пустая. А это будет полностью обставлена за эту цену. Посмотрите. 2 плюс 1. Вот Garden Duplex, вот это квартира с садиком. 4 плюс 1 есть у них, 3 плюс 1. Несколько квартир. Одну я вам покажу. Так, и пентхаус, дуплексы. Вот цены. Garden Duplex, 2 плюс 1. А, то есть это 3 плюс 1. Прямые квартиры, вот эти прямые. Потом у нас 2 плюс 1. И это 1 плюс 1. При 4 квадратных метра, но есть еще 51 квадратных метра, 23 квартира. Ее цена 87 500. Скидки у всех квартир у нас присутствуют. То есть есть. Идемте дальше. Покажу я вам другую квартиру. Спустился я вниз, дорогие зрители. У нас тут кафе-бистро, игровая зона большая. Вот, если видите, бильярдный стол вот там. Если заметили, вот он. Зона отдыха. Что еще я здесь вижу? Закрыто. Да, и мини-футбольная игровая. Столик. И теннисный стол там. Ну, большой... Именно кафешка такая большая. Там закрыто, есть магазинчик. Не нужно никуда идти. Функционирует сезон.
Там еще что-то, алкоголь еще там есть. Угу. Вот зона барбекю. Так. А сейчас показывать буду вам квартиры в блоке Б. Вот этот блок Б. Пока что покажу, что тут у нас. Маленькое озеро. Речка той стороне протекает туда. Есть природа в проекте. Интересно придумано. Там деревья, вот интересно, спа-центр. Тоже какие-то тоже. Так. Поднимаемся мы на верхний этаж. О, поднялся я наверх. Прямо в коридоре, ковер у нас. Квартира номер B30. Цена 198 тысяч евро. 3 плюс 1 дуплекс. Обставленная под ключ. Вот. Угу. Бытовую технику все они поставят. Так. Интересная планировка. Кажется, лестники с другой комнаты, не сразу гостиной. Поменяли что-то здесь. Угу, как интересно сделано. Никак не могу выйти из-за этих штор. О. Против солнца и против дождя. Вид на море. Здесь детская игровая площадка. Там тоже. Большая терраса. О, значит, мы спустимся на нижний этаж. Понятно теперь. Планировка. Эй, у них планировка. Закроем. Да. Спальня у нас также на нижнем этаже. Тут еще одна терраса большая. Такая же, как там. Это первая спальня. На верхнем этаже у нас. Высокие потолки. Качественная мебель. И можно также отсюда выйти на эту террасу. Тут у нас санузел. И... Угу. С душевой кабинкой. Во многих проектах, именно в дуплексах, душевой кабинка порой не бывает. Спускаюсь вниз. Интересная квартирка, дорогие зрители. Вот смотрите, как лестники красиво сделаны. Тут у нас детская спальня. И тут у нас тоже как гостевая спальня, скажем. Или хозяйская сразу. Со своим санузлом. И здесь душ есть, и там. Проточный водонагреватель. Во всех квартирах фирма АЭП. Немецкий товар. Угу.
Так. И тут у нас балкончик. Один балкон. Цена этой квартиры 198 тысяч евро. Я сейчас покажу вам квартиру B27. 1 плюс 1. 76 тысяч евро на этом этаже. Оказывается, квартира 27 на четвертом, то есть на пятом этаже, он как шестой. Пришлось мне спуститься. Так, где она у нас? 27. Вот у нас квартира 1 плюс 1. Тут у нас 34 квадратных метра жилая площадь. У этой квартиры. Так. Гостиная, совмещенная с кухней. Один застекленный балкон. Вот такой вид тут на лес и на горы. Тут какой-то канал протекает. Для полива. И тут спальня. Встроенный шкаф. Маленькая квартирка. 1 плюс 1. И санузел. Цена этой квартиры у нас 76 тысяч евро. Идемте дальше. Я сейчас покажу вам спа-центр. И то, что тут у нас есть. Даже караоке какой-то, кинотеатр, комнатка. А потом покажу квартиру с садиком. Garden Duplex, двухуровневая. Какая квартира? Е3. Е3, да, вот. Е3. 3 плюс 1, 165 тысяч евро. Здесь у нас мини-клуб большой для детей. Ага, ребенок на велике катается. Да, да, большое. Там даже есть место, чтобы детишки прыгали, игрались. Туда зайти закрыто, наверное, пандемия. Открыто. Вот так. Угу. Для детей все придумано. Красиво. Угу. Открыто здесь. Дети заходят, играются и уходят. Свет забыл отключить. Здесь у нас закрыто, ну, парикмахерская была, кинотеатр открыт, кто-то есть, пардон, танцует тут, зал, кинотеатр, короче, там танцуют, подготовка у них, кинотеатр тоже есть, смотрите, как выросла эта кусты. Эй, кучонь, это блок С, там квартир нету. Есть, но
ключи я не взял, вон блоки С. Значит, С есть у нас 1 плюс 1, 3 плюс 1 и 4 плюс 1. Спа-центр, значит, не сдали в аренду в этом году, закрыто. Там большой спа-центр, турецкий хамам, баня, все есть. Открытый бассейн у нас открыт. Тут айтат от 35 до 45 евро, все зависит от квартиры. 1 плюс 1, 35 евро, 2 плюс 1, кажется 40, остальное 45. Это блок D. В D-блоке тоже у нас здесь квартиры. PlayStation. Зал. Нужно книжки читать, играть в игры. Здесь фитнес-зал. Он хотя бы работает. Тоже закрыли. Лаунж, массажный столик. Да. Кульками все закрыли, нельзя пользоваться. И Е-блок. Я сейчас сюда вернусь. Здесь у нас крытый бассейн. Выкрытый работает. Вот такой у нас скрытый бассейн. Ах, тепло. На улице прохладно. Итак, зашел я в квартиру 3 плюс 1 Garden Duplex, дуплекс с садом. Так, какая у нас квартирка? Е3, вот. Ее цена 165 тысяч евро. Покажу сразу гостиную комнату. Бытовая техника, все будет у нас фирма Бека. Балкончик. Сюда выход есть у нас. Сейчас посмотрим. Вот видно, выходит на бассейн. Ну, как красиво придумано, да? Я тоже вместе с вами увидел этот стол. Так. Санузел. Дорогие зрители, у каждой квартиры есть свой покупатель. Я снимаю, чтоб, может, кому-то понравится. Проходил около этого проекта, подумал, что давайте сниму. Это территория интересная, красивая, есть инфраструктура. Летом я тут сюда приходил, мне она очень понравилась. Но зимой тишина. Так, как здесь открывать? Выход. Садик, наверное, нужно перепрыгнуть. Кажется, сюда можно посадить что-то. Тут цветы сажал.
Спальня большая. Идемте дальше. Это у нас детская спальня, она маленькая. Ролик уже 25 минут. Здесь у нас нет выхода. Поднимемся на верхний этаж. У нас тут хозяйская спальня. Тут у нас большой санузел с джакузи. Стиральная машинка тоже Бека. А вид у нас вот на эту территорию. Вы пишите там комментарии про этот проект, что вам понравилось, что не понравилось. Какой квартиры планировка лучше. Я вам показал 1 плюс 1, 2 плюс 1, 3 плюс 1 дуплекс двухуровневый и садик. То, что вот видите. Все планировки этого проекта. Дорогие зрители, округлим. Звоните, пишите по номеру WhatsApp, Telegram, Viber, плюс 90 555 064 9110. Также ссылка есть у нас в описании, можете кликнуть и перейти в WhatsApp. Пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, если все еще не подписались. У меня портфель большой, заранее звоните до вашего приезда, потому что мне надо подготовить. А то приезжает клиент, сразу звонит, давай показывай, я говорю, так сложно мне находить. У меня все по плану. Всем желаю радости, добра, здоровья. Всем пока-пока.